Я Шаринг, я с Челябинска. С командой Мечел. Хоккейном лагере чемпион. Это хороший тренера. И очень хорошие тренировки. Лед быстрый. Одна тренировка длится 1 час. Я Котлованов Сергей из города Слеженска. Играю за команду Скич. Здесь хорошие тренера. Тренировки. Здесь лучшие тренера. И броски учат хорошо. Чему научился? Улитки делать. Фонарик. Я Гуметов Роман из города Челябинска. Команда Мечела. Лагерь чемпион – это отличное место, чтобы научиться различным видам улиток, фонариком и многому другому. Здесь отличные тренера, отличные тренировки. Мы всегда куда-нибудь ходим, в сауну, на тренажер Rapid Shot, в котором я набрал 67 баллов. Мое имя Адам Верба. Я тренер вратаров, я приезжал с Чехии, из города Острова. Ну, я первый раз в России. Я был только в Латвии или в Белоруссии. И там тоже комплексы. И сюда, Курганово, очень хороший комплекс. Как в Швецию или в Финляндии, или в Чехии тоже. Сюда очень хороший комплекс, сюда нет проблем. Хорошее кушание, хороший отдых есть. Хорошее время для тренировки, все очень хорошее. Очень хороший уровень сюда в комплексу. Ребята работают хорошие и вратари очень хорошие сюда. Ну, только 3 вратаров и тренировки хорошие. На земле, на лоду тоже.